Всем доброго дня! Меня зовут Юлия Шевелева, я дизайнер интерьеров, и сейчас мы находимся на одном из наших реализованных объектов. Дизайн-проект мы начали делать в апреле 2016 года и в конце 2016 закончили ремонтные работы. Ребята сейчас выставили эту квартиру на продажу в связи с переездом в другой город, и поэтому у нас появилась возможность снять здесь уже реализованный мною дизайн-проект. Особенность работы над данным проектом заключалась в том, что уже на момент начала ремонтных работ здесь был сделан дизайнерский проект, которому было уже 10 лет, и поэтому хозяева новые не очень сильно хотели его переделывать. Но мы решили разломать стенку между гостиной комнатой и соседним помещением. У нас была 4-комнатная квартира, сделали мы из нее 3-комнатную, для того, чтобы получилась более просторная и светлая гостиная. У нас появилось дополнительное окно, у нас появилась возможность поставить здесь большой хороший диван, разместить телевизор, добавить камин и получить очень классную просторную зону для большой компании. Часть мебели хозяева перевезли из своей предыдущей квартиры, поэтому задача у нас была не просто создать интерьер, а еще вписать существующие уже элементы в новое пространство. В связи с этим уже напольное покрытие я подбирала именно к существующей тумбочке для телевизора, столика. Часть мебели мы приобрели заново, например, этот вот большой диван. И благодаря новому объединенному пространству нам удалось достаточно больших размеров его сюда очень хорошо вписать. То, что касается коммуникаций и потолочных конструкций. До этого был сделан ремонт, достаточно качественный, была проведена приточная вытяжная вентиляция, и строители все это перебрали. У них была очень сложная, кропотливая работа, нужно было все это прочистить, сделать заново, поэтому часть потолков мы оставили прежними, то же самое касается электрики, поэтому мы просто заменили на новые светильники, добавили в центр прекрасную необычную люстру и получили такой вот эклектичный, очень необычный интерьер. Кухня у нас осталась на прежнем месте. Изначально мы хотели даже сохранить старые хозяйские гарнитуры, но впоследствии решили заказать новую мебель. Единственное, что мы изменили, это добавили секцию под холодильник и дополнительную систему хранения, благодаря тому, что у нас увеличился санузел, появилось дополнительное пространство на кухне и ниши, куда можно было добавить системы хранения. Пол у нас плитка. Изначально здесь был теплый пол, мы решили не отказываться от этого инженерного решения и просто заменили напольное покрытие. Мы выбрали шестигранники в таком стиле лофт итальянского производителя. Помещение, которое прилегает у нас к кухне, это присоединенная лоджия. У предыдущего хозяина квартиры здесь был рабочий кабинет, но мы здесь решили организовать столовую зону, разместив большой обеденный стол с уютными стульями с прекрасным видом на город. В коридоре мы решили оставить хорошую просторную зону для того, чтобы могли зайти люди, комфортно раздеться и пройти уже кухню-гостиную. Далее у нас немножко коридор сужается. Здесь мы организовали 2 просторных гардеробных для того, чтобы можно было все разместить. На полу у нас точно так же плитка. И сделаны очень интересные решения по интерьеру. Например, организованы у нас скрытые системы хранения, где мы спрятали коммуникационные лючки и различные выводы для слаботочники. Еще очень интересным решением у нас стала входная дверь. Здесь мы индивидуально заказали панель из дерева, которая у нас повторяет дизайн всех остальных межкомнатных дверей, и она очень красиво, органично вписана во все окружающее пространство. Детская комната у нас осталась практически без изменений в плане планировочных решений. Здесь была сделана отдельная гардеробная для хранения вещей и одежды. Мы также решили ее сохранить. Единственное, что мы поменяли полностью всю отделку в этой комнате. Здесь у нас планируются интерьеры для 2 маленьких принцесс. Одной 3 годика, вторая у нас недавно родилась. И интерьер
этой комнаты мы решили сделать совсем другой, нежели вся остальная квартира, чтобы у нас получился волшебный, сказочный интерьер для двух юных принцесс. Мебель для этого интерьера была полностью сделана на заказ на местной фабрике. Была спроектирована как и корпусная мебель, так и мягкая, в том числе и кроватка для новорожденной девочки. У нас здесь есть система хранения, есть небольшой рабочий столик для занятий, есть верхние шкафы, куда можно спрятать ненужные вещи. В этой квартире у нас два санузла. Это хозяйская ванная комната. Здесь у нас использованы самые различные материалы для отделки стен. На полу и на стенах у нас есть керамическая плитка традиционная. И также мы часть стен заполнили шпанированными панелями, которые выполнены были на заказ. Благодаря этому у нас появилась возможность сделать интересные решения для хранения. В частности, у нас появился вот такой вот интересный шкаф, куда мы спрятали всю бытовую химию. И также в углу у нас есть система хранения, куда можно заглянуть и снять приборы учета. Перегородка для того, чтобы отделить ванную от стиральной машины, сделана достаточно необычным способом. Для моих проектов я первый раз попробовала такое решение. Мы использовали стеклоблоки. Всем известный материал еще с советских времен. Сейчас он очень сильно видоизменился. На самом деле, такой прием позволил нам поставить перегородку практически на чистовом этапе, избежать дополнительных конструкций по толщине и получить очень такое легкое, приятное, воздушное решение. Также хотелось бы отметить наши межкомнатные двери. Во всем интерьере у нас они сделаны полностью на заказ, по индивидуальному проекту, на местном производстве. Тумба, как и все панели в этом интерьере, выполнены у нас на мебельном производстве, индивидуально под этот проект. Сделаны они из шпона ореха и сделаны на том самом производстве, на котором у нас выполнены межкомнатные двери. Создавайте прекрасные интерьеры сами или вместе с нами. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Instagram, ставьте лайки. Всем пока-пока, до новых обзоров!